Чем запомнится год науки и технологий жителям Татарстана? О достижениях республики и Казанского университета рассказали на встрече с членами Совета при президенте России. В зале попечительского совета Казанского университета состоялась встреча руководства Республики Татарстан с членами координационного совета при президенте России. В серии докладов был отмечен прогресс Татарстана в научной и образовательной сферах. В частности, успех Казанского университета в проекте «Приоритет-2030». О науке сегодня очень часто говорят в вот этом синтезе инвестиции. Относиться к этому можно по-разному, но такая задача сегодня ставится для всех регионов Российской Федерации. Именно поэтому вузовский сектор сегодня в своих программах рассчитывает не только на федеральный бюджет, но на региональную составляющую и в большой части на составляющую, связанную с индустриальным сектором. Проректор по научной деятельности Казанского университета отметил создание технопарка, открывшийся в сентябре детский сад для детей с расстройством аутистического спектра и другие успешные проекты. ВУЗ развивается, и большое внимание в нем уделяется заинтересованности в науке у будущих специалистов. Мы заново перезагрузили всю деятельность студенческих научных кружков, где работают молодые исследователи. И вот буквально вчера мы проводили такое же мероприятие для наших первокурсников с тем, чтобы их с первого курса завлечь в научную деятельность. Представители координационного совета также обсудили запуск цифровой карты Совета молодых ученых Татарстана. Платформа поможет выстроить оперативное взаимодействие с администрацией и предоставит ученым единый инструмент для подачи заявок на патенты, гранты и создания единого портфолио специалиста. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.